Историки, утверждавшие, что он родился со скрипкой в руках, ошиблись всего на несколько лет. «Я играл с ней весь день», — вспоминал музыкант свои детские годы, «и не пожелал ложиться спать, пока скрипку не положили под подушку. Я уже не расставался со своей игрушкой вплоть до моих первых уроков». 90 лет назад родился Леонид Коган, скрипач и педагог, народный артист СССР, один из великих музыкантов 20-го столетия. В середине 50-х годов мировая пресса называла его великим виртуозом нашего времени и музыкальнейшим из музыкантов. Первый концерт Паганини в его исполнении стал сенсацией во Франции. Выступление в Карнеги-холле окончилось небывалым триумфом. «Леонид Коган – одно из самых совершенных творений, которые являлись миру в нашем столетии», – восклицал Ираклий Андреев. Thank you.